Так, вопрос от Ольги. Самоед 10 месяцев не выполняет команду «дай». Если забрал что-то, не меняется на вкусняшке и не отдает. Как забирать? Рычит, кусается. Есть отличное упражнение «Ешь, играй». Если с точки зрения менеджмента оно построено правильно, то очень легко выучить команду «дай». Дальше. Я бы проанализировала, насколько большой перекос у собаки в сторону игровой мотивации. И опять же, если перекос очень велик, то упражнение «Ешь, играй» вам в помощь. Мы это упражнение будем разбирать подробно. Но если такая проблема повторяется регулярно, это значит, что вы слишком затягиваете игру. Даже у самой-самой мотивированной собаки чаще всего можно забрать игрушку, меняясь на еду, если интенсивность и длительность игры вы проанализировали и обставились так, чтобы собака не ошиблась. Описывать механизм Самсону, раздирающему пасть льва, я не буду. Вот, потому что это будет, наверное, не очень правильно, ну, с моей точки зрения. Но упражнение «Ешь, играй», когда собака меняет еду на игрушку, это хорошее упражнение, оно для вас. Дальше. Есть прекрасное упражнение, аналогичное, только смена между двумя игрушками, когда собака играет то в одну игрушку, то в другую, и вы опять же меняетесь вовремя, стараясь не доводить игру до состояния гипервозбуждения, сильного, очень сильного возбуждения. Гипервозбуждение некорректно, я сказала. И, собственно говоря, я бы задала вопрос, насколько собака в принципе хорошо слышит ваши команды, потому что если собака не выполняет какую-то одну команду, это одна песня. Если собака не выполняет несколько разных команд, либо выполняет их тогда, когда она находится в спокойном состоянии, больше нет вокруг ничего интересного, это повод поработать над общим послушанием в принципе. Мы возвращаемся к тому, что никакая проблема не существует изолированно.